освобождаюсь от этого захвата. Все остальное это работа моего руки на его подвижность. Если захват срывается, как минимум мой руки не хочет дистанция. Вот. Задняя нога. Теперь смотрите, куда я должен двигаться. А потом сюда. Сила локтя.
чего нам этот спирт? Так для того, чтобы мы высвободили и перенаправили область. Потому что в данном случае он создает дистанцию. Спасибо.